Всем привет! Вот такая конструкция у меня получается улья. Сейчас я перехожу на такую конструкцию улья, восьмирамочный Дадан, второй корпус восьмирамочный Дадан и восьмирамочный Рут, плюс альпийский магазин ставите. Почему я перехожу на такой улей? Потому что не стала взятка, очень мало нектара выделяется, так как стало лето холодное, вот уже третий год, все холода стоят, и я решил сделать такие ульи. Решил я уже не первый год, это я уже четвертый год делаю такой улей. Там были экспериментальные первые у меня сделанные, там были сделаны тоже бесфальцевые, они сделаны полностью без фальца, то есть крышка простая, вот так, пеноплекс. Покрашено резиновой краской, сделано все это, клей ПВА, саморезы, корпус рутовских рамок, рут и альпийская рамочка, сюда входит 8 рамок. Такое охлаждение, это будет. Нижний корпус будет использоваться под расплод, весной тоже под расплод, делается отводок на этом, на втором корпусе. И на майский мед уходит вот этот магазин, получается рутовский. И если еще мало будет, то ставим этот альпийский магазин. Если же семья развивается не ахти, не сильно, там медосбор начался, главный взяток, то ставлю вот этот на Дадан, и взятка особого нет такого, то есть матка черевит на 8 рамках и несет мед в эту, в рутовскую. Заблудился, я только работал с дадановской, сейчас у меня будет рамка Дадан, рут и альпийская. Альпийскую я уже использую, сейчас майский мед идет медосбор, но уже неделю стоит холод. Плюс 7, плюс 8, пчела не ахти летает, как бы так улетает, может за водичкой там и все. А натаскать, натаскали уже меду, как бы одну рамку альпийскую я уже запечатанную взял домой для сотового меда. Просто попробовать, и как бы мед уже спелый он. Значит, печатанный на 5 сантиметров запечатана рамка, рамка всего лишь 10-5 сантиметров запечатана, мед уже очень густой, иловый. Сады зацвели, черемуха зацвела, немного, два дня постояла погода и оборвался взяток майского меда. Все, сейчас уже пчелы потребляют майский мед сами. То есть я только взял для себя одну рамочку альпийскую, дабы попробовать метку так свеженького. Вот теперь хожу на такие ульи по причине того, что нет взятка, сильного такого обильного взятка, даже третий год или четвертый, наверное, уже постоянно льют дожди в главный взяток. То есть пчелы успевают натаскать. В прошлом году за неделю всего лишь натаскали в конце июля, где-то с 20 июля до 5 августа взяток был. Они успели натаскать для себя и понемногу, там литров по 10, может 5-10, с которой этой семьи я взял в меду. Вот. Зимовка у меня прошла 100%, перезимовал я на 100%. Зимовал вот в таких ульях на 8 рамках, закармливал по 15 литров сахарного сиропа с полынью и перезимовал отлично, без поноса, без всякого там геморроя лишнего там. Ну, была одна семья, там отводок поздний я делал, очень поздний, матка не облетелась, похоже, и он перезимовал, но он разлетелся у меня, я его выставил, и он разлетелся. Буквально за неделю он разлетелся, весь разошелся по улью, так как матки не было. Ни расплода, ни матки, ничего. Корм остался, там остатки пчелы его додолбили, этот ульек. Вытаскали весь мед, 4 рамки там осталось, пустые, и все. Как бы. Вот так получилось. Вот такие ульи будут. Тут будет вставка вставляться, закрываться, литок будет всего лишь на 10 сантиметров,
примерно вот так вот 10 сантиметров, ну, по 5 сантиметров закрою. То есть литок 30, даже 10 закрою и 10 оставлю. Тут еще сделаю прилетную досочку такую, она просто будет. Здесь будет еще приклеена уголок, еще вот такой вот пластиковый уголок. Кстати, не показал, а обклеиваю, усиливаю вот таким пластиковым уголком. Тут вот не доклеил, тоже еще не доделал вот этот пластиковый уголок 3×3. Приклеивается на клей ПВА гвоздиками, фиксируется, когда заклеится, гвоздики убираю. Делаем. Сейчас покажу внутри, как будет. Вот так вот внутри улья. Весь улей так вот немножко сдвинул. Вот такая конструкция была улья. Сами мне легче, так как спина болит очень сильно, не знаю, возможно, придется ехать в больницу, делать МРТ, не знаю почему, ну, уже 2 месяца я не могу ничего такого тяжелого поднимать, но терплю боль адская, и еще по причине этого перехожу на пенопластовую улику, то есть весь корпус весит грамм 400 может. И рамочные тоже мне придется работать корпусами, то есть мне одному, работаю я один, то есть мне поднять корпус 8-рамочный не составит труда, составить его, переставить с места на место. Но потом там я приеду на пасеку, покажу, как пчелки там живут, развиваются, и по причине того еще сделаю такие улики, что особо я один. Мне напрягаться не особо, там, чтобы с улей переставлять этот деревянный там весом 100 килограмм. А тут просто я делю, как матка остается тут. Тут уже расплод полностью, есть печатный, непечатный, матка 2 корпуса зачинила. То есть я корпус снимаю, беру его, отношу, либо ставлю на это же место, летная пчела сюда идет. А этот с молодой пчелой тут остается. И с маткой я уношу его в другое место, переставляю. Вот таким образом делю. То есть быстро, просто получается. Мне такой метод понравился пчеловодения. Не в 16-рамочных. 16-рамочных надо, опять же, делать отводок. То есть может ставить в ящик, может другой улей рядом стоящий. То есть он тяжелый, неподъемный. Я работаю один. Помощников у меня нет. Такие ульи. Ну, до встречи на пасеке.